Чирад адаттам ниджабитта гуптам. Чирад адаттам ниджагупта биттам. Сапремонамамритам атиудараха. Апамарам джо битатар гаураха. Кришно джане бьостамахам прападде. Чирад адаттам ниджагупта биттам. Сапремонамамритам атиудараха. Апамарам джо битатар гаураха. Кришно джане бьостамахам прападде. Гаудия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад Джагадгуру, Гаудия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не увеличим наше желание служения, мы должны совершать служение, или, по крайней мере, желать этого, круглосуточно служить лотосным стопам Сидда Махатмы, совершенной души. Гаудия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что до сих пор, пока мы не обретем желание служения, круглосуточного служения лотосным стопам Рагануга Бхакти Махапуруша, до тех пор, может, какое-то общение хорошо для нас, но мы должны избегать его. Если мы не увеличиваем желание служения, непрерывного служения лотосным стопам Садгуру, подлинного гуру Рагануга Бхакти, и вот до того момента мы не должны общаться с ним. Может, общение, конечно, это благоприятно для нас, очень сладко, прекрасно, но все же, если у нас не развивается желание служения лотосным стопам Садгуру Рупануга Бхактам, то если какое-то общение приятно для нас, но все же мы не должны общаться с ним, если мы не готовы им служить. А когда у нас разовьется желание круглосуточного служения лотосным стопам Садгуру Сатвайшнава, то тогда откроется путь. Поскольку Гаудия Бхаджан Рахасья, я уже сказал, мистерию Гаудия Бхаджана, она в том, что мы должны плакать всегда. Гаудия Бхаджан – это бхаджан слез випраламхи, разлуки, мы должны плакать в разлуке. Но это не шутки. Когда обычные люди спрашивали Гуру Кишода с Бабджи Махараджа: «О Махарадж, можете ли вы сказать что-то о том, как совершать бхаджан, совершать бхакти?» И Бабджи Махарадж сказал: «Вы должны плакать ради Верховного Господа. Я знаю, вы плачете ради денег, положения, жен, мужей, родителей, детей. Но вы должны плакать ради Кришны все время. И тогда будьте уверены, вы обретете Кришну. Кришна значит Кришна прямо. Вы очень запросто обретете его. Но мы говорим о сокровенных вещах, которые очень важны. Иногда я думаю, что кто-то может как-то негативно подумать, и я должен привести примеры из Бхагаватам, хотя мы обсуждаем одну тему, в которой может быть много сомнений о Расалиле, о Бхагаване Шри Кришне, и поэтому я подумал, что необходимо выбрать какую-то конкретную тему. И вот материальное вожделение, оно беспокоит нас, у нас нет представления об этом чистого сознания, и поэтому как мы можем осознать это? И в этом главный вопрос. Брахма, он получил посвящение от Верховного Господа. Вы получили посвящение от
может, какого-то садгуру. И Брахма, он получил посвящение от Верховного Господа. И после этого Брахма смог что-то понять, осознать. И из Брахма Самхиты мы должны обсудить так много вещей, но времени мало, в этом главная проблема. Я говорил в этот день или прошлое, Кришна always everywhere, you know, in transcendental world of Prakrita Golokadham. Трансцендентный мир, Апракрита Голокадхама, она непостижима. Шапто Брахма Майам Бенум Бадеянтам Мухамуже. Krishna going to play on flutes very sweetly. Кришна, он играет на своей флейте очень прекрасно, и еще под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура я хочу сказать вот об этом. Мы должны понять это очень осторожно. В Чайтанья Чаритамрите мы находим, что без Кама Гайтри мы не можем поклоняться Нанда Нандану Шри Кришне, это невозможно. Это занимает долгое время за жизнью, чтобы понять это. Хотя мы можем усилия прилагать к пониманию этого, но не всегда быстро получается. И вот Кама Бидж, Кама Гайтри, это поклоняемое. Поклоняться Господу можно с помощью Кама Гайтри, Кама Биджа. А что такое Брахма Гайтри? Не все понимают его значение. Кто понимает значение Брахма Гайтри? Почему Брахма Гайтри дана нам, Гурудевам, Шрилой Прабхупаде? Почему? Какова причина? И каково значение этой Кама Гайтри? Мы вначале должны понять все это. И вот Брахма Гайтри дана, поскольку много таких закоренелых представлений материальных у нас, склонности к наслаждению в сердцах таких обусловленных душ живых существ, и поэтому, чтобы ослабить, вырвать это, эти материальные корни, чтобы выкорчевать их. Хотя мы знаем то, что Кришна-мантра, она очень могущественна. Маха-мантра очень могущественна, что дикша. Что мы результата мы никакого не получаем. Почему? Хотя говорится, что и дикша не нужна, только махамантра, она сама по себе настолько могущественна, что может даровать нам все. Даже чандалы, которые жгут эти, сжигают трупы в крематории, даже такие низкие люди, ну, в Индии низкими считаются они. Они и то могут обрести спасение от этого материального мира. И вот Брахма Гайтри, она дана для того, чтобы мы освободились от материальной обусловленности, поскольку, с одной стороны, нам он святое имя, оно трансцендентно. А как понять влияние, силу, могущества святого имени? Хотя, конечно, говорится в этой шлоке, что вот Господь все свои силы вложил в свои святые имена, но там же говорится, что
из-за нашей неудачи мы не можем принять эти святые имена. Мы привязаны к каким-то материальным вещам, это материалистическое сознание укоренилось в нашем сознании, и поэтому Брахмагайта и дается, чтобы выкорчивать это все материальное. Если мы повторяем Брахмагайтри, то она помогает нам избавиться от материальной обусловленности. И Кама Гайтри, и Брахма Гайтри, мать Гайтри, в начале всего мы видим здесь. И вот Гайтри хотела получить общение с Кришной, поэтому она вынуждена была родиться снова в Радже, и она стала Кама Гайтри. И вот она совершала также баджан, и в результате этого баджана она смогла родиться и принять форму Кама Гайтри. Кама Гайтри, она связана с Кришной. Открыто она не может обсуждаться, Кама Гайтри. Есть пять этих стрел указаний. Я могу сравнить это с материальным вожделением, чтобы дать вам понять, что материальное вожделение – это естественно, когда мы рождаемся. Мы не изучаем книг, что мы должны стремиться к противоположному полу. Это естественно происходит. Нам не нужно учиться каким-то инстинктам. Почему? Поскольку это инстинкты. Под влиянием природы все происходит. А поскольку вы попадаете под влияние трех гун материальной природы, то и действуете согласно их желаниям. И вот в материальном мире вы чувствуете материальное вожделение, когда чувствуете вожделение, смотрите с таким вожделением на противоположный пол. И так материальное вожделение, оно в страсти, оно возникает. Я когда в школе учился, книжку читал, вот Love and Passion называется, и там описывалось, какие чувства девушка испытывает к мужчине, те, кто влюблены. Я все могу, молюсь Господу, чтобы не попадали в какую-то материальную любовь. Но в шастра говорится, те, кто они то есть у них должно быть какое-то предваряющее чувство, как мать, она может чувствовать боль своего ребенка. Так, кто не мать, она живет. Как она? How is it possible for heart to understand? No practical example. А тот человек, у которого детей нет, он не может материнское чувство понять. Просто теоретически может что-то понять, но на практике. Или когда мать целует своего ребенка, что наука говорит, что просто соприкосновение мускулов, но чувство, которое она чувствует, когда обнимает и целует ребенка, это сложно описать. Философии это сложно описать. Есть много проявлений родительских чувств, которые наука не может объяснить. Я уже говорил об этом, что наука, она ограничена, может достигнуть какого-то уровня, и потом она бесполезна. И также наше искусство говорить и прочие навыки выступления могут оказаться бесполезными, когда мы соприкоснемся с чем-то трансцендентным. И вот это может быть объяснением Бхавы, почему такая ситуация случилась. Говорить на словах можно до определенного предела, а потом Бхава чувство проявляется. Это Бхава чувство, оно возможно только внутри Вриндавана. В этом материальном мире, конечно, можно найти примеры, но не
те самые точные примеры, мы должны понять настроение, это чувство. И вот мы должны понять немножко и не запутываться. Не должны чувствовать никакого запаха материального вожделения, поскольку трансцендентная кама дев и это кама. Материальная кама ничего не может сделать, никакого вреда принести, если вы предадитесь лотосным стопам чистой гуру вайшнавов искренне. А пракрита кама и то есть материальная и духовная кама, они вроде бы одинаковы, но по факту нет. Материальное вожделение, оно принесет нам одни проблемы, мы из-за него попадем в ад. Это очень скверное, оно оскверняет. И надежда получить какие-то удовлетворения чувств, она скверна сама по себе. Но пракрита кама, она трансцендентное вожделение, кама, трансцендентная кама, она совершенно другая, и поэтому... Вот один преданный в этом в своих стихах, он сказал такие слова. И вот он говорит, ты забыл, как Шанкар Бхагаван тебя сурово наказал. Он говорит, это Камадеву, что он, Шанкар, он жил и сжег тебя. И вот материальная кама, она может быть сожжена Шанкаром. И эти поэты вайшнавы, они слагают такие стихи. Здесь говорится о Мадана, будь осторожен, знаешь ли, кто я? Ты пришел сюда, чтобы показать свое влияние, как Каля. Но Парикшит Махарадж, смотрите, когда он пришел, Кали, он почувствовал себя неудобно, и Парикшит Махарадж, ты собрался причинять вред коровам, и поэтому я готов убить тебя, и Кали, он испугался. И как долго Кришна был в этом материальном мире, Кали ничего не мог сделать. Но сейчас, когда Кришна ушел, он начал вести себя так, вредить всем. И вот здесь этот поэт говорит, что чтобы вожделение не смело приближаться к нему, поскольку в его уме. Поскольку внутри его ума место есть только для лотосных стоп Мукунды, и нет места для него, для этого Кали. И также мы должны помнить, Шанкар Бхагаван, он был вынужден наказать тебя так. Ты не знаешь силу чакры Сударшаны. Сейчас вы можете вспомнить, почему я обычно говорю, когда вы чувствуете какие-то проблемы, то я советую, нужно подумать о Сударшан Чакре Джагнатх Мандира. Пытайтесь и всегда звать Гуру и Вайшнавов, когда вы в опасности, и вообще всегда помнить,
как же победить каму? Кама вроде бы вреда не приносит, никто не, ну как бы внешне не вредит, но это такая неизвестная сила. Где, как, кто, как она побеждает нас, кто знает. Даже в практике преданности. И вот Гуру Махарадж говорил, если такие отреченные общаются свободно с женщинами, то никто не может сказать, когда они падут и как. И вот так человек может оказаться жертвой женского обаяния. И эта женская сила, ее может нельзя видеть. Но когда мужчина попадает в под влияние чар женщины, вроде физически вроде ничего нет, он никак не поврежден, но эти женские чары, они невидимы и очень сильны. И вот материальное вожделение также мы можем иногда чувствовать ее, это такое оружие этого Камадева, Апракрита Камадеви. Я подробно не буду говорить, кратко только. Лучше вообще о нем не говорить, но что делать? И вот материальная кама, она оскверняет наше сердце. И вот Брахмагаятри может помочь нам, но Брахмагаятри она не позволяет всем. Лучше панчататву мантру повторять, поскольку, чтобы повторить Брахмагаятри, нужно непрерывно очищаться, иначе мы не получим результат. Как я уже сказал, если мы хотим избавиться от... от какого-то привидения, от злого духа. Если мы будем поддерживать чистоту, то он сам уйдет и ничто не сможет сделать нам, поскольку когда мы поддерживаем чистоту, особенно преданные, их сознание возвышается. И даже если какой-то призрак появляется, привидение, то оно ничего не может сделать. И вот Апракрита Камадев, он полностью отличен. Он другой, и когда Кришна играет на своей флейте, то Вамшидхани может пойти и увеличить каму в нашем сердце. И те, кто чувствует такую каму, это Апракрита Кама. И вот они вынуждены будут идти, чтобы встретиться источник этого Вамшидхани. Будьте осторожны с материальными представлениями, нельзя этого понять. И вот Шабда Брахма Майам Кришна, он им поклоняем все в Раджавасе, они служат ему. И вот таким образом, если есть материальное вожделение, то тогда пытайтесь закрыть эту тему. Если у вас есть какое-то материальное вожделение, то эта тема не для вас, поскольку если вы не сможете стать успешными в том, чтобы избавиться от материального вожделения, как вы войдете на путь баджана? И вот сейчас я хочу сказать о том, что, смотрите, Парикшит Махарадж, он выражал почтение, выражал сомнение об этом трансцендентной каме,
Парикшит Махарадж сказал, что я сомневаюсь, как это возможно. То, что Бхагаван, Верховный Господь, кто? Он установил Варнашаму Дарму и все остальное, и он нарушает свои собственные правила, а как это возможно? И поэтому, Парикшит Махарадж, я в следующий раз буду говорить об этом. И вот Парикшит Махарадж говорит перед Шукадевом Госвами. Он говорит, что этот вопрос очень важен, и поэтому можно вспомнить, я достаточно давно говорил с Шукадев Госвами, Парамахамса Гуру, он... прославляет своего ученика, говорит, что твой вопрос, он великолепен. Ты задал очень великолепный вопрос мне. Этот вопрос должен быть. И он может даровать благо всему миру, не только тебе. И вот Шукадев Госвами, он... хвалит своего ученика. Он сказал, что ты задал лучший из вопросов. According to the root of their and shabda, how they are coming from which source, not according to the Maharaj, this man, this woman, there is a neutral gender, you can use it in English, but it is not applicable. В общем, в санскрите правила грамматики не отличаются от других, и поэтому any kind of question. Любые вопросы могут быть во всем мире, но тот вопрос, который задал ты, он наилучший, наивысший. Ты задал его для блага всего творения. Те, кто татва-гьяни, Махапуруши, они все подтверждают, что да, такие вопросы должны приходить, поскольку в трансцендентном мире даже вопрос, он может спасти нас. Да, действительно так. Даже вопрос может спасти нас от неизбежной опасности, поэтому... такие вопросы должны приходить, и мы должны чувствовать себя неудобно. Почему никто не задает такие вопросы? Почему очень мало вопрошают и задают достойные вопросы? А все дживатмы, они находятся в обусловленном состоянии, и в сердце каждого должен возникнуть такой вопрос, кто я? И потом вопрос Расататвы остального явится, но главное... нужно знать, кто мы на самом деле. И вот Парикшит Махарадж задает этот вопрос Шукадеву Госвами. Амшена значит все... части амша значит все пуруша аватары и все амши части амшена все полностью, поскольку Кришна он полный аватар и он зовется в своем рупе Бхагаван. Все включено в него.
avatirna hi bhagavan amsena jagadishvara. So, so what is your question? И вот в чем же вопрос? И как это возможно? Ты защитник, ты прославляешь Абхи. И как возможно для него? И как же он ведет себя так со всеми гопи? Это нехорошо, неэтично. И Парикшит Махарадж, он задает такой вопрос. Он думает, как это возможно. Парикшит Махарадж, он задает вопрос от нашего имени, ради блага нас всех. И вот он говорит, те, кто, кто атмарам, атмакам, тот, кто самодостаточен, зачем он совершает эту расалилу? Вот здесь бой, значит, наверняка какая-то проблема возникнет. Это выглядит как что-то неправильное. Югупси там. Что-то не такое, не дальновидное. То, что достойно критики. И вот мой вопрос в том, о Гурудев, ты Субрата. Суврата значит, ты принял обет Кришна Баджана, Кришна Сева, Суврата. Су значит нечто совершенное, а врата обет. И какова может быть сокровенная причина перед тем, как войти на путь Апракрита Камбхаджана? I was foolish to discuss about the breath of Nayak these days, but I should have discussed, already I have done before, but still today I should touch. И вот Парикшит Махарадж спросил, какова причина. Кто гуру? Тот, кто может избавить нас от всех сомнений и подозрений. И он подлинный гуру. И любые сомнения могут быть в нашей жизни, но гуру это тот, кто может их всех рассеять. Бхагаваттатва Вигьяна, она не... Она полная, там нет ничего, чтобы мы не могли не найти там. Бхагаван, он полный источник всего, и в нем нет недостатка ни в чем. И вот этот очень важный вопрос, мы должны обсудить его. И Шукадев Госвами говорит, то, что ты имеешь в виду под адхармой, каково определение адхармы, вы знаете, каково определение, что чего-то легального, нелегального, этического, неэтического, каково стандарт, чем это все можно померить, и кто смеет измерять Кришну, каков стандарт.
Кришна, он уникален, никто не может его судить, его просто нечем судить, поскольку он Верховный Господь. И вот Шукадев Госвами говорит, и вот Шукадев Госвами говорит, если внешне мы можем видеть какие-то нарушения какой-то системы в дхарме, но Ишвар, кто всемогущ, о Махарадж, что говорить о Верховном Господе, даже те великие риши, они какие-то ошибки совершают, но потом, благодаря своему могуществу, они исправляют свои ошибки. Но для преданных наставление, которое дано Кришне, что если те, кто пытаются совершать баджан лучшим образом, но из-за своих дурных самскар, может какая-то ошибка случиться, то тогда Бхагаван Шри Кришна, он говорит, что такому человеку не нужно совершать прайшчиту, покаяние, поскольку не покаяние, а исправление грехов, прайшчита. На русском не знаю, как это будет. Поскольку так или иначе, викарма. Krishna going to inside them. Dhunuti sarvam hidisannivishto. Krishna going to clean the heart. Krishna, он очистит сердце такого преданного. Ему не нужно совершать прайшчиту, поскольку его цель служить Кришне, она велика и она очень достойная. И такой пример дается, когда Шанкар Бхагаван, он выпил яд халахол с пахтания океана. Никто даже не то что каплю, даже от запаха этого яда умирает, а Шива весь выпил его. Ну, и как же нельзя сравнивать себя с Шанкаром, то, что может сделать Шанкар или Кришна, мы не можем этого сделать. Кто-то не может держать даже 5 килограмм, как 5-килограммовый камень на одном пальце, а Кришна целый Гавадхан поднял и держал его 7 дней и ночей. Поэтому глупо как-то себя сравнивать с Кришной. Он гораздо более могуществен, чем мы. Trying to do that. Manasapihi Anishvara, those who are not powerful, cannot do. Даже в уме мы не должны сравнивать себя с Кришной и делать что-то похожее, что он может. Maharaj, you are foolish. If mentally is prohibited, what to speak about physically? Because if your mind going to cooperation with you, then ум, он кооперируется с нами, то тогда мы можем что-то делать. А если ум, он отсутствует, что-то мы бездумно делаем, то, как правило, ерунда всякая получается. Огонь, он может переварить все, сжечь все. Но это не значит... You can do everything in fire. The fire can burn. Teji asam na dosaya banher sarva bhuya yatha. Fire can eat anything. Вот как огонь может сжечь все, но не осквернится ничем, и чистота огня она останется. So etat samajar naitat samajar jato manasapi anisvara. I was going to follow. А если кто-то имитирует поведение ачарон каких-то преданных, то в этом нет ничего хорошего. Это приведет его к смерти. Не нашати, а винашати. Не просто умрет, а
еще и потеряет все, еще и деградирует. Деградация человечности может довести нас до такой степени, что невозможно будет восстановиться. Винашсети. Reach down such a level, from there you cannot cover up, you cannot make up. Be careful about your. И мы должны быть очень осторожны насчет нашего баджана. Как Шанкар Бхагаван, он смог выпить весь этот яд, который появился из-за пахтания молочного океана. Это было возможно только для Шанкара. И когда Кришна в Гите говорит или дает наставления какие-то, мы должны следовать этому, поскольку если мы хотим следовать его, то просто, если просто смотреть на Кришну, мы не поймем, что он делает. Все саду гуру вайшнава следуют определенным правилам и предписаниям, поскольку если обычные люди будут следовать, они получат свой результат. А Кришна, Кришна аватар, он для всех. Кришна, он великолепный аватар. И также Кришна аватар, он показывает нам мадху, великолепие Мадхури Расы, которая изначально Адираса. Кришна показывает ее великолепие, и нет ничего плохого в Кришне, никаких этических нарушений нет, но обычно люди не понимают, они сравнивают себя, материальное свое вожделение с Кришной. И вот Бхагаван Шри Кришна, то, что он говорит, мы должны делать все в соответствии с его словами, не имитировать его. И мы должны помнить, что Адвайгантатва, она везде. И тот Верховный Господь, который находится в сердце каждого, он везде. Он являет эту лилу, и мы должны понять, что это за лила. Материальная ли это лила или трансцендентная? Если она трансцендентная, то это не так просто понять, хотя в Бхагаватам говорится. Манусам Девамасвитаха Бхаджати Тадриши Кида Джасвуттер Татпара Бхаве Анукрухая Бутана Тум Кип Максимум Крипа. Чтобы даровать максимальную милость. Манусам Девамасвитаха. Бхагаван является как человек в человеческой форме. И те лилы, которые он совершает. И мы должны получать вдохновение от его лил. И мы не должны смотреть на Кришну с завистью. Это моя просьба. Так или иначе, вы не должны с завистью смотреть на Кришну, это запрещено. Почему те, эти мужья в Раджа-гопи, они женатые были, какие-то женатые, замужние гопи, точнее, а какие-то нет. Вот эти слова «парура», «анура» на санскрите, что они значат? «Анура» значит «не женатые», а те, кто женатые, различные гопи там были.
Вот. И вот они все отправились встретиться с Кришной, но они не знали, куда они идут. А эти их мужья не знали, куда эти гопи, их жены ушли. Это все по воле йога майи произошло. И они также, заметьте, не заметили, не завидовали Кришне. Дарану Браджопаса. They feel from their heart that our wives are there beside us. Они даже эти мужья, когда их жены ушли к Кришне, они не чувствовали, что они ушли, они думали, что они тут рядом, хотя не знали, где их жены в этот момент. Они просто чувствовали, что с ними все хорошо, они где-то рядом. И в этом великое имя Кришны я хочу сказать перед этой темой. Несколько дней осталось до окончания Пурушоттама-врата. И вот мы должны пытаться понять, эта лила, которую совершает Господь, она нематериальная. Будьте осторожны. Пракрита джат. Кришна, он не человек, он просто похож на человека в этом материальном мире. Бхагаван, он является здесь и являет такую лилу. Она за пределами человеческого понимания, как люди могут понять ее, наш материальный ум не может достичь, и наши материальные слова, они тоже не могут достичь такого высокого трансцендентного уровня. И материальный ум не в силах познать что-то. И вот с помощью йога майи Бхагаван и вот с помощью йога майи он все организует, все свои лилы. Бхагаван, он может вести себя как-то похоже на людей. Поскольку если бы не было такого поведения, похожее на человеческое, не было бы такого великолепия. Смотрите, когда Кришна вот в возрасте нескольких месяцев убил Тринаварту, а если бы Кришна явил форму Нараяны и луком пальца убил бы этого демона, это было бы уже не столь великолепно, как он это сделал в таком детском теле. Бхагаван, он похож на людей, но обладает огромной силой, огромным могуществом. И только преданные могут понять его, материалисты только одни недостатки видят в Бхагаване. И вот Джива Госвами Пад пишет, что Бхагаван, он дает. So why Bhagavan going to do this? You know? Почему Бхагаван совершает такую лилу?
если вы любите Кришну, как своего сына, вы можете любить его так, и любые бхавы, any kind of bhava, you are going to feel, father, mother, friends, everything, this kind of rasa you can get according to your, sanskar. But Krishna, be sure, Krishna going to do it, to give full enjoyment. Krishna is Anandaman. Кришна, он Анандамой, он дарует радость Ишоде, Нанде, Шидаму, Судаму, Васудаму, своим слугам и всем остальным. И вот здесь. И Кришна, он... являет свои лилы с гопи, но гопи, они необычные, они достойны участвовать в лилах Кришны. Обычные женщины не могут этого понять. Они все сварупшакти, они достойны быть в этой лиле. Даже Лакшмидев, и смотрите, не позволили, не то что другим, поскольку Лакшмина, ее настроение не позволено во Вриндаване, а Кришна, он не какой-то материалист. Мы должны быть очень осторожны. И вот Кришна са... By the help of Jagannath, going to come down and able to play Reme Sri Ratna Kutastha Bhagavan Prakito Yatha, just like it. It is impossible. At the same time, I like to give you example again. Еще я хочу дать вам пример, то что nobody can, никто не может nobody can influence the heart of Krishna. Повлиять на сердце Кришны. Кришна, он, конечно, какие-то враджаваси и гопи влияют на него, но Кришна не может чувствовать возделение, поскольку, смотрите, 16 тысяч 108 жен. Не просто жена, прекраснейших жен. Иногда они чувствуют то, что Кришна очень любит нас. И они думают, кстати, Бама или Рукмини говорят, что мы можем, мы Лакшми, и Кришна любит нас, поэтому мы можем контролировать его, но они не знают. Кришна, он не может быть под чьим-то влиянием никогда. Можно вспомнить, достаточно давно я сказал, когда Дурваса Муни пришел на ту сторону Ямуны, те в Раджа-гопи, они попросили разрешения у Кришны служить Дурвасе. Они пошли со всеми своими принадлежностями, чтобы с подношениями, едой, чтобы служить Дурвасе. Но проблема Ямуна по дороге была, как все пересечь. И Дурваса был на другой стороне реки, лодок не было. Там тысяча гопи пришла, ну и даже если бы была лодка, всех не переправить. И вот они сказали Кришне, Кришна, как нам перейти через Ямуну? И Кришна сказал, не проблема, вы перед Ямуной скажите, если Кришна, он вечный брамачари,
то пускай твои воды расступятся, мы пройдем. И они за все гопи засмеялись, а Кришна сказал, вы смеетесь, идите, скажите так, что если, о Ямуна, если Кришна брамачари, то пускай твои воды разойдутся, мы пройдем. И вот гопи пошли и проверили, врет ли Кришна или нет. You know, he is always thief and so much bad name inside Vrindavan. Krishna is thief, Krishna is, you know, and characterless everything. So, Lampad. But is this kind of, you know, allegation is one kind of ornament for Krishna. И вот Кришну, когда называют обманщиком или еще кем-то, то это просто украшает Кришну. Почему Кришна пришел в форме Гуранги для того, чтобы... That's why, na? All mystery are going to open. Why? Because Krishna Chaitanya Mahaprabhu knowing that they can misunderstand, they cannot understand. А пришел он в форме Гуранги для того, чтобы прояснить лилы Кришны, поскольку многие неправильно их понимают превратно их, и поэтому. Вот Гора Лила – это полное и детальное объяснение Кришна Лилы. И вот Махапрабху на Гора Пуаниму будет говорить об этом. И вот сейчас я хочу пример с 10 части привести, то что… So many bhava to attract Krishna, they are going to. I think it is a third canto. I think just I remember. Uddhava Maharaj speaking. I think so. So Uddhava bhava Pishunam. Pishunam. You know, follow this sloka. Uddhava bhava Pishunam. Manavargu haso bidav loko nihato madanayo piyasam samuhya chapam my heart pramodat tamasta yasendriyam vinatatum kuhukvairana seku uddhama bhava pishunam manavargu haso uddhama they are trying their best to attract Krishna by their smiling. И вот они пытаются как-то привлечь Кришну своими улыбками и красотой, эти жены Кришны. Они очень чарующе улыбаются Кришне, чтобы Кришна почувствовал влечение к ним, пришел, обнял их, но... Кришна, он Кришна. Никто не может повлиять на Кришну, если мы хотим купить Кришну, то вначале мы должны продать себя ему. И вот чтобы купить Кришну, сначала мы должны продать себя лотосным стопам Кришны, и тогда мы сможем купить Кришну. И Махапрабху много раз говорил об этом. Во Врадже Лиле Кришна не говорит так четко, но в Гора Лиле он говорит, что я продан вам. И вот Горанга Махапрабху говорит так, Сатирадхан написал одну книгу Кришна Виджай. И вот Чайтанья Махапрабху был очень несчастлив и сказал, он написал одну книгу Кришна Виджай, Гунараджхан. И Махапрабху говорит, я очень счастлив. Есть одно слово, которое
которые я не могу понять. И вот this word used by the writer, so I'm going to sell myself to him. В общем, он вот какие-то эти слова использовал очень красивые, которые, благодаря которым Махапрабху сказал, что я продан вам. И вот Махарадж много раз раньше говорил, и Рупа Госвами подпишет. И вот он говорит, пока я, когда я думаю о Кришне, то мне противно материальное общение, какие-то материальные удовольствия. И вот Рупа Госвами в этом стихе описывает, что ему неприятны какие-то материальные радости, материальные удовольствия. Он подчеркивает этим великолепие значения Кришна-лилы. И вот он пишет, что когда я почувствовал великолепие и значимость Кришна-лилы, мой ум начал виться вокруг его лотосных стоп, чтобы обрести вкус великолепной лилы Кришны. И с тех пор, если какое-то какие-то материальные желания, вожделения возникают, то мне противно. You should remember all our Guru Bhargava speaking. So why not this you can apply here to understand rightly the Krishna Lila, Sneha Man Pranay, you can drive philosophy, Madhu Sneha Maharaj. Guru Bhargava can love me with chappal. Guru Bhargava can love me with chappal when I'm going to speak. Madhu Sneha, you know, Gita Sneha, idiot, rascal. Madhu Sneha, Gita Sneha. You speak it to your father. Foolish. To your father, Purvasam, you can go. Foolish, number one. Cheater. Uddama bhava pisanam mamara. No, follow. Uddama bhava pisanam manavalugu hasa bedava loko nihato madano vijasam. Madan prakita kam can get faint. But Sangmujya, they are going to throw one by one arrow of Kamban. Kamban, you know? A Prakita Kamban, you are going to go do Kamban, you know, Kangai trees, and you can see. It is Sare Chopi Sakho, 24 and a half, you know. Когда мы повторим Камагайтри, который состоит из 24,5 слогов, то как это возможно? Кришнадас Кавирадж Госвами пишет. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он описывает, you know, two hands, there is 10 fingers, there's, you know, nail, there is also 20, and the cheeks both sides is, you know, also is looking, you know, this way. All Chandrama, and all in total, I can show the calculation, but today our topics is different. You can find, and Lalate, Tilak, or the Chandra, you know, there is, you know, fine, this is also one kind of Chandra. Ya, Varna, Abhigama, one special book in which there's totally described. So when Vishwanatha Chakravarti was mad,
because he couldn't understand the mood of Krishnadas Kaviraj. He thought all is possible. We never had. We read later on. И вот Вишвана Чакравати, он не мог понять, о чем говорит Кришнадас Кавираж Госвами, почему 24,5 слога там в чанде, в этой поэзии. Если там висарга или анусвара, или еще какой-то значок, то его не считают. So janar budharadito padu jugam, you know, jugadara maduram dara pato param. This one kind of chant, you know. Sansarada. Как, например, в этом стихе или в этом вот Махарадж произносит. It's all chanda. There's some going to complete 14 words, some 16, some 18. И вот там стихи есть 14 сложные, 16, 18, 20 сложные и другие. Foolish, yeah? Suffocation, you are jumping, but you cannot get any breathing. So ocean of rasa, you know, how you can understand? Кришна — это океан расы, как, и как же его понять? И вот Вишвана Чакравартипад не понял того, что написал Кришнадас Кавираж Госвами в этом описании 24,5 слогов Камадева. И вот он начал поститься, он думал, как же я могу понять Камадева, если я не понимаю значение его мантры. И вот он начал поститься, и вот любая мантра, которая дана Гурудевам, Вайшнавам, эта мантра, она, если мы получили ее от Садгуру, она должна иметь биджу, семя, силу. Как без силы, без такой семени? Биджи, ребенок не может родиться, мужчина не может дать рождение ребенку, имеется в виду оплодотворить женщину без семени. И также, если Харикатха не имеет биджи, силы семени, духовного семени внутри себя, то толку не будет. То есть кто-то может говорить просто из-за своей эрудиции, но это совершенно не то. И также мантра Девата и мантра, они не отличны друг от друга. И Кришнадас Вишвана Чакравати, он чувствовал себя неудобно, поскольку не мог понять, как это возможно, что 24,5 слова там, слога. И вот он постился на берегу Радакунды, Шьямакунды, и Радхарани пришла к нему во сне и сказал: «О, Харивала, вставай!» И вот она сказала ему: «Вставай, не беспокойся, Кришнадас Кавирадж, он Кастури Манджари, Приянарма Саки, он никогда не мог совершить никакой ошибки. Это в твоем понимании ошибка. И поэтому давай попей, поешь, и я расскажу тебе суть этой мантры». И вот есть книга одна, не расслышал название, и там описывается, как в каком случае слог за половину слога считается. И вот Радхарани сказала: «Давай, прекращай поститься, поешь, попей, и все тебе расскажу». И вот Апракрита Камадев, я не знаю, много людей живут в этом мире, и сколько, как это возможно для вас, как вы смогли прийти ко мне, я думаю, как вы смогли развить такое чувство, любовь ко мне, я не знаю. И вот мы всегда хотим развить нашу глубокую связь с Гуру Вайшнавами, Шрилой Прабхупадой, Бхактивинодом Такуром, Гуру Махараджем. И тогда мы достигнем успеха. И вот эта шлока Удав Махарадж, которую произнес. Дэй
wanted to invoke some karma, they wanted to increase some karma inside Krishna. И вот эти жены Кришны, они хотели как-то повлиять на Кришну. Vidahas, very shy, shyful laughing. When you know, lady love, going to love, you know, is shyful laughing. And it is very sharp, you know, arrow. When you strike your heart, you are going to get faint. Because Kamman going to strike your heart, you can go faint. And in our Prakita Vrindavan, Krishna sometimes going faint in the name of Radha, Radharani going to get faint in the name of Krishna. So you can material conception cannot help you to understand anyway. It is not no touch of any smell of matter. Vida Voloka Nihoto Madano Pijasam. Sangmuji Chavandi wanted to throw arrow. But Pramodottamasta Stamin Bahuvachan, those in a wise, each of them tried their best to keep Krishna under their control. И вот каждая из жен Кришны пыталась как-то держать Кришну под своим контролем. Но великолепие их в том, что они пытались, но бесполезно. И любые уловки, которые они использовали, они никак на Кришну не могли повлиять. Кришна, он... И вот когда Кришна сказал всем гопи, что если вы хотите пересечь реку Ямуны, почему бы вам не спросить у Ямуны, что если Кришна Брамачари, тогда отойди в сторону, и мы пройдем. И тогда вот, когда эти гопи сказали так, то Ямуна действительно разошлась, они смогли служить Дурвасе, накормили его. И Кришна, он говорил, что он гуру. И потом назад надо было идти, и опять у Кришны спрашивают, After that, Krishna took him thousands of plates of prasadam, boga, fractions taken, all taken. И вот Дурваса, он имел йогические совершенства, он тысячи блюд съел все. И потом эти гопи спросили Дурвасы, как же вернуться? Мы вот к тебе приходили, у Кришны спросили совета, а сейчас как назад вернуться, как опять Ямуну преодолеть. И Дурваса сказал очень просто, как, смотрите, вы подойдите к Ямуне и скажите, если Дурваса ничего не ел, то разойдись. А гопи, как мы тут будут, притащили столько еды, тысячи тарелок, ты все съел, и тут еще говоришь, что ты ничего не ел. А Дурваса сказал, ну идите и скажите это Ямуне. Дурваса. Его имя происходит от имени какой-то зеленой травы, травинки. Ну, то, что он ничего не ест, только эту Дурварасу. И йоги гьяни еще воздухом питаются иногда. Все витамины, минералы из воздуха получают. И вот таким образом эти гопи в итоге подошли к Ямуне и сказали, о, Ямуна, если Дурваса ничего не ел, то разойдись, и Ямуна разошлась. Они удивились, как это, вроде столько сожрал и
ничего не ел при этом, и в этом великолепие Дурвасы. И люди таким материальным умом не могут понять этого. They should understand there is no smell of karma inside those gopikas. It's not possible. И в гопи нет ни капли вожделения. Мы должны знать это. И поэтому я сказал, что последняя шлока Расалилы такова. If at all there is a dirty thing, then why Mahaprabhu going to pray to Rai Ramananda? I am feeling from thirsty. Please go on speaking beers. Mana Korno Trishnai More Koro Rasayan Suni. You go on speaking about, you know, Krishna Vilas, you know, Excellency, and my ear are going to dry out of trust of hearing. Korno Trishnai More Koro Rasayan Suni. Only on the basis of this, you know, last loka, you know, you should not take any decision. If you are at all, ну вот это последняя шлока Расалилы, мы не должны только ее принимать, мы также должны узнать, что Гуру Варгада говорит на эту тему. Есть еще много шлок до нее и после. То есть нельзя прикрываться только этой шлокой и заниматься всякой ерундой. Мы знаем то, что Сидар с вами, он заявил. Он провозгласил, что это Кама Виджая Лила, Кам Виджая Руп Расалила, и он прав, мы согласны с тем, что он сказал. Но это не значит, что какие-то совершенно неподготовленные новые люди могут слышать о Расалиле. Это неправильно. Если мы будем думать так, что тогда не понадобится ни Бхагавад-гита, ни Бхагаватам, ни все остальное. Но это не так. И вот Кришна Лила Вилас очень извилист. Махапрабху хотел услышать что-то особенное. So this kind of Vilas. И вот это вилас, этот вилас, это сокровище раса бхакты, это лекарство амрита для тех чистых преданных, кто имеет такое чувство рагануга бхакти. И поэтому те, кто избегают всякого дурного общения, и слушают совет Рагунатха Даса Госвами, что любые материальные бестолковые разговоры должны быть закончены, и Гуранга, лучшие саньяси, он говорит то, что... И вот Махапрабху говорит, смотрите, я саньяси. Но все же... तब ही विकार पाए मोर्तन मोन स्थिर दर्शने स्थिर रहे वैश्य कुंजों इस दे एनीबॉडी если кто-то кто может находиться
вне влияния камы. Махапрабху говорит, я саньясин, но все равно, когда я слышу какой-то женщине, я чувствую какое-то вожделение. Сейчас можно видеть, как брахмачари дружат с девочками. И, ну, это как раз показатель Кали-юги, что ничему не следует. Я вот на собрании видел один саньяси важный. Вроде говорит какие-то вещи, а потом вижу, что какая-то женщина заигрывала с этим саньяси, и саньяси только заигрывал с ней. И, хотя вроде саньяси занимается ерундой всякой, как такие люди могут изучать Рагануга или Рупануга Баджан? Это простой путь отправиться в ад. Сидда Госвами Пад говорит, если Кама Виджая Лила, это не значит, что все что угодно можно делать. И почему Махапрабху, который... Вот в чем проблема была или не было проблемы никакой, никто не знает. Что плохого сделал Чоток Харидас? Какую ошибку он совершил? Никто не знает. Даже Сваруп Гасай, он сказал, о Прабху, что этот Чоток Харидас сделал, не говорите так. Если вы будете за него заступаться, я оставлю вас и уйду в Алланад. Не хочу ничего слышать, хорошо, не будем напоминать. И в чем проблема? И какую ошибку он совершил? И вот он... выгнали его, в общем. Махапрабху внешне оставил его, чтобы дать нам пример. Внутри кто не оставил, поскольку любую лилу он совершает со всеми своими спутниками, преданными. Внешне Махапрабху, внутренне Махапрабху принял его киртаны. Мы знаем об этом. Есть свидетельство, когда Махапрабху и Сваруп Гасай, они были на океане вечером, они говорили, какой прекрасный звук, кто это поет. И кто-то сказал, что о, это Чоток Харидас, он умер и совершил самоубийство на слиянии Ганги, Ямуны, Сарасвати, Валабхабади, может его... Душа пришла сюда и поет киртаны. И Сваруп Гасай сказал, нет, не может быть такого, неправильно. Всю жизнь он совершал киртаны для удовлетворения Верховного Господа. И когда он решился оставить тело, в чем же была его решимость, подумайте снова и снова. Кришна Прапти Чайтанья Чаран, он был полон решимости обрести лотосные стопы Чайтанья. Может, Махапрабху внешне избегал его, но все же он принял решение, если он мой Господь, а я его слуга, может, я какую-то ошибку совершил, но я не могу оставить его. Я... И вот с такой решимостью он, повторяя именно Шри Кришна Чайтанья, он прыгнул в слияние трех рек. И разве он может умереть и стать привидением? Нет, не может быть такого. Всю жизнь он служил Гуранге, ну, ошибку какую-то совершил, оставил тело, но привидением не мог стать. Может, Гандхаром стал, но никак не привидением. И Махапрабху тоже принял его киртаны в тонкой форме, хотя внешне он отказался от него.
И вот Махапрабху помог ему внутренне, а внешне вел себя так. И вот, когда Махапрабху сказал Рамананде: «О, Рай, я умираю из-за моей жажды, почему бы тебе не рассказать что-то о...» Я хочу испить нектар Харикатхи из твоих уст, и вот это молитва Гуранге. И как можно ожидать, что это осквернено? Это према Рада Кришны, которая зигзагообразна, как можно понять ее правильно? И вот Махапрабху, он снова и снова показывал нам многие великолепные вещи, но кто это поймет, кто сможет понять? Никто не хочет слышать. И вот таким образом Рай Махашой он был очень рад. И вот когда Рай Махашой начал петь киртан, который он сам написал, вот это написано на Мадхили Басе, не чистый Бенгаль, а какая-то смесь чем-то, очень сладкий язык, что Чайтанья Чаритамрите можно найти какие-то санскрит, арийские, бенгальские слова иногда используются для украшения. И вот это Мадхили Баса очень красиво, очень сладко. И здесь Мадхили Кавя, Видьяпати Джайдев, они также иногда, ну, настроение другое. И в итоге Рай Махашой, он говорит, и Махапрабху с огромной любовью, услышав этот киртан, Махапрабху был очень счастлив. Он был очень счастлив, слыша эти слова. И вот Махапрабху прикоснулся к Рамананде, чтобы тот прекратил говорить. Давай, я сказал, давай я сначала это прочувствую, и потом продолжишь. Поскольку Рай Махашой Вишака Саки, а Махапрабху Радхарани. И таким образом здесь говорится, Радхарани говорит: когда я вижу Кришну, я вот это чувство перед встречей с Кришной, она в таком предчувствии. И вот она в таком предчувствии находится перед тем, как физически встретиться с Кришной, такое чувство предчувствия появляется в сердце Радхарани. Это Пурвараг зовется. И Кришна говорит,
И Кришна также чувствует это, и Радхарани, она открывает свой ум. О Саки, я не посылал никаких писем Кришне, и Кришна не посылал писем мне. Никаких посланников не приходило, как рук мне отправило письмо. А там свадьба была у них на следующий день, а Кришны еще не было, и вот они просили пригласить Кришну, Кришна может спасти меня. Шишупал, Пашупал, они не смогут поймать меня. Мой брат решил женить меня на ком-то там. С Пашупалом или Шишупалом. И вот она просила спасти ее, и таким образом Радхарани открывает свои чувства, нет посланника, кто бы мог бы это все передать. Когда мы встречаемся друг с другом, Kamban is called invisible bomb, missile. Young lady, young man, Они чувствуют какое-то чувство по отношению друг к другу. A whole market there is material missile, but we like to understand about what is aprakita missile. Pushpavan, different bokul pushpo and other different, five different kind of pushpo, flowers. To make you understand the fine form of karma, invisible karma. Bhagavan Sri Krishna Chandra Parapara Kleshwa Nanda Nanda. Bhagavan Sri Krishna Chandra, он трансцендентный Камадев. And the kind of brightness, the kind of attraction in infinite world, nowhere there. Никто не обладает таким великолепием, только лотосные стопы Шри Кришны. Кто может остановить это великолепие, никто не может остановить и чувство влечения друг к другу. И вот Радхарани, она описывает свои чувства. Ее чувства, они извилистые, зигзагообразные. Any plane going down under? Who is going to take Maharaj? I heard that is really so. Yeah. Any ship, any be careful. Better you stay in India. Don't go anywhere. Stay with me. Now I fear. follow this big danger. This kind of attraction. Say that even kind of current rotating. In Ganga, sometimes you can find it's called. И вот как на Ганге бывают эти водовороты, и если что-то попадает, оно пропадает. И также любовь, она тоже так извилиста, зигзагообразна, нет определенной системы, и в этом ее сладость и красота. И Махапрабху говорит, я хочу услышать что-то интересно. I'd like to hear something very interesting from you. And ultimately, Rai Mahasaya is going to speak something. И Рай Махашой, он говорит о Премавиварте. Is current there? Премавиварта, rotating, no system, nothing. When there is man, when Radharani became angry, when Krishna became angry, there is no system, no regulation. There is no system. Why Radharani became? Почему Радхарани иногда гневается, иногда может причина быть, иногда нет причины? Почему она те или иные чувства испытывает, это спонтанно приходит, нет системы этому?
I can explain what is man, what is pranay, you know, bab, odibaba, so many things. At least you should get some test, you know. This way actually, Mahaprabhu would like to hear something, secrecy of prema, you know. That's why, you know, it is written that ahe riva gatihi premna sahab kutilo bhavet. The way of prema is so deep. Путь премы, он очень зигзагообразен, как путь змеи. Никто не может найти начало и конец ему. I am not woman, and Krishna is not only hero, and I am not heroine. But I don't know the reason for why both the mind of Krishna and my mind, and both the Krishna, mind of Krishna, I don't know who is going to squeeze the two minds and make it one. Who is going to, you know, stay patient, you know. Madano nispish, nispipesh balat. You know, Mama is going to, you know, it's very good, nice thing. Going to, as if like to make two of our minds, you know, they're going to, you know, make one. Вот ума Кришны и Радхарани, они слились воедино. Я не знаю, кто это сделал. И таким образом, как Гауранга аватар явился в этом его великолепии. Гауранга аватар, как он явился в этом мире. Очень сокровенная татва. И вот Махапрабху слышал эти прекрасные вещи от Рай Рамананды. So this way Mahaprabhu going to stop the face of Rayananda, enough of it. И вот потом Махапрабху сказал, хватит, это мое сердце разорвется, поэтому остановись. В Чайтанья Чайтамрите говорится. Also I should speak something, touch today. Maybe tomorrow I can think, when time cannot permit. И вот мы должны вспомнить, когда Рада Кришна, они всегда, они заняты все эти гопи, Манджари Сакхи, Лалита Висакха, Рупа Манджари, Рати Манджари, все Гуна Манджари, они заняты в том, чтобы Радхарани с Кришной они встретились. И каков их интерес? Нет вопроса интереса. Когда они, у них много служения, какие-то гопи организуют, куда Кришна пропал, какие-то что-то пытаются как-то Кришну привлечь, кто-то что-то проверяет, чем Джатила Кутила занимаются и прочее, прочее. This is all the time they are making some background of meeting of Radha Krishna. И таким образом они подготавливают встречу Радха Кришны, но подобно дереву. Никто не поливает дерево через ветки, плоды. А поливают корень дерева, поскольку этот корень, он насыщает все дерево. И таким же образом все манджари сакхи, они как ветки. Они подобны веткам дерева, когда они делают все ради Радха Кришны, ради этой божественной читы. Когда они приносят полное удовлетворение Кришне и Радхарани, они тоже чувствуют какое-то блаженство, и это так и происходит, когда Радха Говинда являют свои лилы. Они радуются, видя это, и волосы встают на их теле, они чувствуют,
они чувствуют все эти аштасатвик-викары, они сами лично с Кришной не встречаются, Радхара не встречается с Кришной, но все же они чувствуют экстаз, это автоматически, мы не можем почувствовать это. И вот когда они совершают какое-либо служение для Рада Говинды Божественной Читте, они чувствуют радость. И вот Кришнадас Кавираж Госвами пишет: нет никакого запаха корысти даже там. Это према, она безусловна. No question of any smell of, you know, self-interest, nirubadhi prayer. There, of course, you can get this kind of satisfaction. You are going to show priti to Krishna, Radharani, you know, so automatically you can get satisfaction, you know. This way, different kind of explanation you can get. И вот различные объяснения. Very, very excellent thing. Even whole life, if we are going to leave everything and going to discuss all this. Даже я, если всю жизнь буду обсуждать эти сокровенные вещи, все же, если нет милости, мы должны быть очень искренни. Не то, что мы никогда не обретем это, мы можем обрести все это, но путь, мы должны следовать всей процедуре на этом пути. Вчера я говорил об одной шлоке, которую написал Рагхунатх Дас Госвами. When you can jump into rasa samudra, a sea ocean of prema. Когда мы сможем погрузиться в этот океан премы. Rasa samudra, where you can dip into the ocean of Shyam Sundar without getting the scope of getting the dust particle from the Radharani's charan renu. И не обретя пыли с лотосных стоп Радхарани, не прославляя пыли с лотосных стоп Радхарани, не приняв прибежище во Вриндаване, который полон отпечаток стоп Радхарани, не приняв прибежище у такого великолепного возвышенного саду. Тот, кто имеет такую Радха Анугатью. И вот, не служа возвышенным преданным, те, у кого есть Тарада Нугатия внутри их сердца, это бава, это према, как возможно обрести и Шьяма Сундара, это невозможно. Kutaha Shyama Sindhu Rasasavaga Anaradha Radha Padam Bhujo Renum As Manasritta Vendagamim Tat Padankyam Asandhasya Tad Bhava Gumbhira Chittano Kutaha Shyama Sindhu Rasasavaga. How we can get? И как мы можем обрести это, не делая всех этих предыдущих вещей? Пытайтесь понять значение Рамананда Самвата. Я чувствую себя неудобно, обсуждая это. Я думаю, что я недостоин. Если Шрила Прабхупад недоволен мной, то тогда все пропадет, я не смогу говорить Харикатху. И вот...
Будьте осторожны насчет этого. Эти вещи, они очень редкие. Мы должны чувствовать их сердцем. Мы должны чувствовать, насколько это все великолепно. И вот сейчас Мадур Према, Мадур Баба, о котором мы говорим. В Чайтанья Чаритамрите говорится: Шакшир Асанко Чаладан Мамата Адхика Хай Канта Бхаве Нижанга Дия Карен Севан Атаев Мадира Сахай Панчагун. All I already told. The quality of Я уже говорил о качествах звука, ну вот Махарадж говорил, что в этих пяти первых элементах, вот в земле все присутствуют, например, и воздух, и вода, и огонь, и все остальное. И вот качество небес, воздуха, природы, звук. Воздуха, звуки прикосновения. И также вот в Мадхурасе все остальные расы уже присутствуют. И вот Мадхура раса может быть в Паракия и Свакия в виде, и мы уже говорили о Свакии и Параки. Жены Кришны, они в Свакии, Бави Свакия, Бава, конечно, великолепна, но не столь великолепна, как Паракия, поскольку там есть нечто уникальное. Есть одна шлока, Рупа Госвами Пад написал ее в Бхактирасамрита Синдху. Among mutually they can feel mitho, mitho means mutually, harer migakhascha with mridakshi or brajagopikas, they are very nice eyes and their side, sambhagasya adhikaranam. It become a original reason of agitation for aprakita kamde. Though he is always satisfied, eternally satisfied. But still is very meditation. That is called excellence. Madura Paraparjaya Priyatakcho Ditarati Asyam Katakcho Vrukhepo Priyobani Smitadayo. Very sweet talking, looking, smiling, everything. Viva Madhuva, so many things can be there. Now, Atoye Madhur Madhur Ras Kohitar Naam Sakya Parakya, two types of the air. Sakya I already discussed and Agatan Gatan Pratyasi Maya. What is not possible that can be done by Yoga Maya. Все, что невозможно, но может быть сделано Йога Майя. Yoga Mayam, Yoga Mayam Upasritto. After taking the help of Yoga Maya, Sakya Maya is going to Йога Майя, она организует все. Мадхур Према, она великолепна, а по сравнению с ней Паракия Бава еще более великолепна. В ней безграничное великолепие. В этой Паракия Баве, поскольку я пример могу привести в Паракия Баве великолепие премы.
поскольку нет уверенности. Как Кришна может, но уверенности в том, что Кришна, он встретится с Радхарани. Тот же Тила, только Тила мешают, то есть они пытаются, но гарантии того, что они встретятся, нет. И вот Кришна иногда какой-то жест дает через Прия Вамши Сакхи. Это когда мы с Варшаны едем в Нандаграм, там санкет по дороге, Гопал Бхатта Госвами там баджан совершал. И вот санкет значит такое указание. Они позвали Радхарани без тебя. И вот таким образом это зовется санкет, указание такое. И если вы идете в Нандаграм, то с Варшаны я когда я был там, я проходил иногда по 40 километров в день, но последние годы не получается посетить Варшану, я занят служением здесь, что делать. И вот так или иначе, здесь говорится, Кришна говорит, обо мне те гопи, они чувствуют упапати, значит, чувство как этому незаконному мужу. Но не думайте что-то неправильное. Я также завтра буду говорить о Брахма Самхите, и там подтверждается эта бхава. Обо мне та любовь, которую они чувствуют ко мне. Jogamaya koribe apon apon prabhave all that jogamaya can arrange everything. Ну, в общем, йогамая, она все организует, все делает. В читании читамрити также говорится, что йогамая организует все и Gopikas they don't know. I also if you ask I cannot speak. Ami ho na jani na jane gopigon duhar rup gune duhar nitya hare mon. Кришна, он вор, он украл наш ум, и поэтому он вор. И вот гопи говорят так. И поэтому Кришна говорит, я не знаю почему, мы чувствуем влечение друг к другу. Когда гопи смотрят на Кришну, они очень счастливы. Когда Кришна смотрит на гопи, он также становится счастливее. И когда гопи видят, что Кришна стал более счастлив, они, то их счастье увеличивается, и Кришна также смотрит, что гопи стали более счастливы, его счастье увеличивается, и это увеличивается в неограниченной степени. А Пракрита, трансцендентный мир, он ничем не ограничен. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, Кришна говорит, что нету места. Все это нету места, куда бы это увеличилось, но все же оно увеличивается, нету места, куда бы еще увеличилось, но все же это увеличивается, это зовется трансцендентный мир, а Апракрита Джагат, Вриндаван, будьте осторожны. И вот Духар нитто харинам.
They are going to violate all instruction, restrictions by dharma, social dharma, restriction, barrier, social. They are going to crush down all barriers. They are going to run. И вот эти гопи, несмотря на все социальные ограничения, они стремились к Кришне. Никто не мог остановить их. They are going to break. Oh, what is, you know, dharma, what is restriction, what is rules and regulation, etiquette, oh, useless. Tāvada vanma kathā mukti padami tāvada natikti bhavet tāvada chāpi vishinkhala tamayate na loka veda sthiti tāvada mita tāvada sastravedam mitaha karakala nana bahir vatmasu sinchaitanna priyayana jāvada na dikkachara. You will have to meet with a pure devotee who is full of rasa. It's a must. Without which, no Вы должны встретиться с чистым преданным, который полон расы Кришна. Он не может прямо дать прему только через своих преданных, и поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы должны ждать, когда мы встретимся с таким преданным, который полон премы. Эта формула показана Махапрабху. But still I am feeling dissatisfaction. I cannot give you complete idea. And about Radharani it is written. И о Радхарани говорится то, что. That Devi Krishna Mayi Prakta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mayi Sarva Kanti Shanmahini Para Padmapura. It is written. И вот в Падмапуране говорятся такие стихи, слова. Excellent. Devi Krishna Mayi. I already explained this, you know. Я уже объяснил это пару дней назад. This kind of excellence is there in Krishna Prema. Mahaprabhu gone mad, going to feel more and more Prema. More and more, you know, going to feel. Get, but ultimately, no. So much Bhava. This kind of, you know, Baba, they are those Gopika never thinking about their own satisfaction. Гопи, они никогда не думают о своем удовлетворении, даже. Still those Gopikas thinking, maybe Krishna feeling pain. Кришна, когда он счастлив, они и то думают, что Кришна может не совсем счастлив, что такое према рага, анурага, махабава. So many things. Так много вещей. You have to understand. Jatesu jato charanambu hamstani shu bhitasani piyadadimai karakasesu tenatabimatasitat bata tenakin sit kurpadi virbhamati virbhavadayu samana. But they are saying, Jatesu jato charanambu hamstani shu bhitasani piyadadimai karakasesu tenatabimatasitat bata tenakin sit Kurbadi Virvamati Dir Bhavata Ayu Samanaha. You have to understand. When Gopikagan went to. И вот когда Гопи. Is actually Radharani's feeling. И вот это чувство Радхарани в этой шлоке описывается. Радхарани говорит о. Кришна. О Кришна. Ты ходишь здесь и там по Вриндавану. How you can travel? There is so much, you know, так много всяких камней, колючек. Ты чувствуешь боль наверняка, ходя по таким плохим дорогам. И когда Радхарани молится Кришне, что поместить свои лотосные стопы ко мне на грудь, но все же я чувствую себя неудобно, поскольку моя грудь очень тверда. Я хочу, чтобы ты свои лотосные стопы поместил ко мне на грудь. Но все же я чувствую боль, может, ты потом, ну, точнее, я думаю, что все равно ты будешь чувствовать боль.
Vitasane Kriya Gadimai Karakaseshu. And with, in this condition, your lotus feet is so soft, so soft. You are traveling around. There is so strong chips here, there is a throne there. Tena tabim atasita patatena ki. How we can avoid pain? И как же сделать так, чтобы ты не чувствовал боли, ходя по таким дорогам? Према, она уникальная. Даже Веды и Упанишады, я говорил ранее, те олицетворенные Упанишады, Веды, они молятся лотосным стопам Кришны. Пожалуйста, дай нам такую возможность. Махапрабху слушал эту шлоку от Рай Рамананды. Завтра буду говорить о ней. И вот Шрути и Веды, они плачут и говорят, и молятся. И мы хотим обрести эту удачу. Пожалуйста, позволь нам. Nivitamaruna manokshadira yoga jujo hridijat munayu upasate tadarayo pivyaju smaranat sthiya urugenda bhoga bhuja danda vishakta diyo vayama pite sama chamadi shangrisaro yasudha Nivitamaruna manokshadira yoga jujo hridijat Монаю упасати, тадарайо пиджаджу смарана, стрия уругенда бхога бхуджа данда вишакта дио, байама пите сама, самади шангри сарожа суда. Банча калпа дарвасики пасинди бхавича, патитанан пабану бхавашна вибхю намо.